«Поклон и слава спасающим жизнь». Мероприятие под таким названием прошло 21 апреля в районном доме культуры. Посвящено оно было 70-летию образования отделения скорой помощи в Курагинской больнице. Традиция помощи страждущим на Руси имеет давние корни, начиная с 15 века. Но настоящая скорая появилась в России лишь в конце 19 века. Точная дата – 28 апреля 1898 года. Трудно представить сегодняшние улицы без машин с таким примечательным знаком – Красным Крестом, означающим милосердие и бескорыстную помощь страждущим. Невозможно сегодня представить медицину без людей, которые в любое время дня и ночи первыми устремляются спасать человеческие жизни. В день празднования юбилея отделения скорой помощи, поздравляя всех с этой датой, председатель районного совета депутатов Любовь Заспа отметила, что их работу трудно переоценить. Именно вы приезжаете гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, связанной со своим здоровьем. Именно от вас требуется в те минуты, и каждый больной, к которому подходите, он прежде всего смотрит на вас, главное, с вами ребенка, потому что он ждет от вас внимания, он возлагает на вас очень большую надежду, и он верит только вам в эту минуту. Я 100% уверена, я это знаю. Он верит только вам, потому что именно ему так кажется, может, так и есть. Именно от вас в эту минуту зависит его жизнь. Спасибо вам за вашу работу, здоровья вам, счастья, благополучия, любви, весны, хорошего праздника. Любовь Заспа вручила награды самым заслуженным работникам скорой помощи. Почетной грамотой Министерства здравоохранения Красноярского края награждены Ирина Куракина, фельдшер Краснокаменской городской больницы, Дмитрий Табачных, фельдшер из Курагина. Благодарности председателя Курагинского районного совета депутатов объявлены коллективу отделения скорой помощи Курагинской районной больницы в составе Ольги Абросимовой, Татьяны Голь, Виталия Семибраченко. Возглавляет коллектив старший фельдшер Вера Леушкина. Сотрудников и ветеранов скорой помощи поздравила в этот день заместитель главы поселка Курагина Татьяна Визова. Она также вручила награды. В наши дни очень сложно представить себе жизнь современного общества без этого важнейшего института помощи людям. Скорая помощь несет на своих плечах тяжкий труд. Своим существованием вы не только спасаете, вы дарите людям веру в себя, веру в спасение. Желаем вам и впредь никогда не оставлять человека в беде, совершенствовать этот мир своей добротой, чтобы вам хватало сил всегда оставаться здоровыми, жизнерадостными и всеми любимыми. С праздником! Поздравил сотрудников и вручил почетные грамоты главный врач Курагинской районной больницы Виктор Ананов, в том числе и грамоты за активное участие в творческой жизни учреждения Олегу Новичкову и Евгению Лишенко. Спасибо тем, кто был перед нами. Они тоже несли нелегкую эту ношу. Дай Бог вам всем здоровья, удачи, терпения, мира, добра вам и вашим семьям. Всего самого наилучшего. Музыкальными подарками порадовали медицинских работников творческие коллективы районного дома культуры.